13, пожалуйста. Перед уме, перед хмтхесета его кернес, ты суйкиас, сойка его арьюромен, ромен нетос, каеста его диатхекему, эпитесаркос юмон, эс диатхекен айо. Так. Перед уме это обрезание, тогда датиос. А это уже глагол. Будет обрезан обрезанием. Ну, такое выражение поэтическое. Обрезан обрезанием будет кто? Да, фтуру. Домочадец дома твоего и арьюро, купленный за деньги. Серебро. Да. И будет завет мой на плоти вашей. Завет вечный. Ну, перейдет, наверное. Ну, не знаю, если да. Обратите внимание, как много парных сочетаний с одним и тем же корнем. Перед Мэтхэсетой. Ойкогенес, ойкиас, тоже один и тот же корень, на самом деле. Диатхэка, диатхэка, он повторяет два раза, да? Вот как интересно. Так. Кайпери. Метос Арусен. Осу перед Хесета и Тен Саркатес, Акрудустия, Сауто, Тегимера, Те, Охдое. Эксолет Хреу Тхесета и Хепсюхе, Кейне, Ктугимус, Аутес, Готитен Диат Хекен, Му, Дискедасе. И это Альфа привативом со значением отрицания, да? Не обрезанный? Да, не обрезанный, получается, самец, буквально. Да, мужского пола. Мужчина, в общем. Который не футуру опять, ну, не будет обрезан плоти. Крайний. Его. Акробустиес. Не будет обрезан плоти крайний его в день. Восьмой, спасибо. Числительная сложная тема. Сложно запоминается очень. Я сам это постоянно забываю. Потом опять запоминаю, потом опять забываю. Но восьмой, да. Это простое. Они просто. Вот представьте, у меня сейчас есть ученик, мы с ним недавно он там переводил, как сказать, 210 тысяч, например. Или 216 тысяч 540 гоплитов. Ну, в таком типе. Ладно, не важно. Это просто на восьмой день, да. Дальше глагол опять в футуруме. Эк... Пассивном футуруме причем. Вот это все пассивные тхесеты, да. Эксолотха рео, наверное. Это истреблять. Истреблять. Эксолитрео, да. Это глагол изначально, видимо, происходящий от глагола оллюми, аполлюми, губить. То есть будет погублено. Уничтожено. Да. Душа та феминина из рода ее, в смысле рода души, потому что завет мой. Скиданиями это рассеивать. Ну, как бы дискиданиями, но, видимо, уничтожили, рассеяли. Разбрасывали, раскидывали. Разбросали. Так. Эпенде вот Хеосто Абрам Сара Егунесу у Литхесета и Тонума Аутес Сара. Алла Сара Эста и Тонума Аутес. Сказал же Бог Аврааму. Сара, жена твоя, не что? Опять пассивно, видите? Футурный пассивный. Да, от Калеву, да. Тогда не назовется, не будет названо имя ее Сара. Все, да. Но Сара будет имя ее. Точно. Эллогесо теотен кайдосо соексал тестекнон. Кай улогесо утон, кай эста ес этхне, кай басилейс этхнон эксо уту эсонтай.
Эулогео это Ну, был Эу хорошо, логео говорить. Да, понимаю. Хорошо отзываться, благословлять. Вот, Да, да. точно. Футурум. Благословлю же ее и футурум дидоми. Дам Да. тебе из нее ребенка. Ну, от нее, да. Ну да, не совсем же от нее. И опять благословлю его, и Да. будет в народы. Это же Это, плюрализм. да. Это третье склонение, просто это в плюрале средний род, множное число, да. Народы. И цари народов от него будут. Будут, да. Ой, Каеписен все. Извините. Абраам эпи просупонкай. Эгеласен каепененте яно яуту легон. Эйтом экатом таетей венесетай каей сара эненекон таетом уса тексетай. И Пипто. Аори Пипто, да. И упал Авраам на лицо и Гела усмеяться. футуру. Нет, аорист. Ой, да, прошу прощения, да, Аорист. Рассмеялся и сказал Дианоя. Ну, я не знаю, Диано это вообще мысль. Я не знаю, как это перевести. Замысел, мнение, образ мысли, размышления, разум, смысл. Диано. В смысле, про себя рассмеялся, может, не вслух. Ну Нет, он сказал Эйпен Диано. ладно. Ну ладно. Это какое-то выражение, это гебраизм какой-то, видимо. Не знаю. Хорошо, ну ладно. Дословно тогда. В уме его партиципиум говорящий. Ну, говоря, говоря. Может, он сказал шепотом сам себе? Ну, тихо, короче. Ну, Есть наверное. такое выражение? Беззвучно материться. Ну, то есть ругаться матом, но не вслух. А вот он сказал беззвучно. Вот так, в уме своем, как говоря, да? Вот так. Беззвучный смех. Ну, ладно. Дальше. Говоря. Тут не знаю, если, допустим, пока что если, кому экатом, а это сто, это я знаю, дативус столетнему футуру, У столетнего. У столетнего. у столетнего сделается, Родиться. и, ну, да, родится, и если Сара Эненеком там 90, 90. да, 90 лет, ну, Будущее. Ну, будущее. Это женского рода причастие. Уса. да, Если Сара, будучи 90 лет от роду, да? Тексетей. я понимаю, что партициплом, просто хотела партициплом перевести, поэтому задумалась. В общем, Ага. родит. Да, ты тикто, тикто в будущем времени, да. Да. Правда ли такое? Может быть. Эйпен де Абраам, простон тхеон, Исмаэль, вотос дзето, энэм тионсу. Сказал же Авраам Богу, Исмаил этот дзето. Не Но, понимаю, ищет. знаете, можно подумать, что это ZTO глагол искать, но на самом деле это глагол ЗАО, ЗДАО, жить, императив третьего лица единственного числа, как пайдевето, или такого типа слова, да? Пистевето, пусть верит, а это пусть живет. Да, как раз недавно повторяла повелительное наклонение. Хорошо. А это настоящее время, да? Ну да, это не аористное, это обычно. Еще аористное такое же, например, да? Ну, это обычно. Хорошо. Ну, тогда живет перед тобой. Так. Так, сказал Авраам,
к Богу, да? Этот Измаил, Измаил это сын от рабыни, да? Этот. Пусть доживет перед тобою. Ну, перед лицом твоим, да. Епенде от Хео, что Абрам, най, иду, Сара, Юнесу, текситайсу, и он, кай келесе исто онома уто Исаак, кай стесо, тен зиат хекен му, просалтонес зиат хекен, айомион, кай то сперматио уто, метауто. Так, сказал же Бог Аврааму, да, вот Сара, жена твоя, в футуруме родит тебе сына, и Калео, футурум, Да. назовешь имя его Исаак, и Точно. Стесо, Это титхами футурами. да, установлю завет мой к нему в завет вечный и семени его после него. Ну да, отлично, да. Перита Исмаэль, иду Эпикусасу, иду Эулорис аутон, кай Ауксано аутон, кай Плетхюно аутон сфодра. Додека этхне Енесей, кай Досо аутон из этхнос мега. Так. Это, наверное, об Исмаиле, да? Ну да. Вот. Эпикуса Акуо. Это акуо с префиксом. Ну, то есть эпакуо, я не знаю, то ли выслушать, то ли послушаться, что-то одно из двух. Наверное, я, это же я, да, персона прима. Я выслушал твое. Вот. Тебя. Не А, твое, тебя то хорошо. есть. Опять Аорист. Я благословил его и Ауксано. Это тоже футуру, да, увеличу. Ауксано, да. Ауксано, а не Ауксано. Оксана. Увеличу его и плетхуно, умножу его очень. Ну, то есть много детей будет. Додека. Додеканическая музыка, знаете, такая? Нет, я плохо в музыке. Вы не читали «Доктор Фаустус» роман? Нет, а у Рукопись. меня есть. Вы про Марлоу? Нет, Томаса Манна. А, Томас Ман? Нет. Это 20 слишком. века. Не Марлоу, это старый, да? Это еще до Гёте. «Доктор Фаустус» — такой роман есть про музыканта. Там он изобретает додеканическую музыку, насколько я помню. Додека — это 12. 12, ладно. Да, нашла. 12 народов Енесей родит, и дам его в народ великий. Его дам, да? Да, Аутон. его дам в народ великий. Так. У вас немного какие-то шумы, может, из-за наушников или Не, что? ну мне надо на наушники поменять, да, они что-то стали А. тихо говорить в последнее время. Не обращайте внимания, просто я плохо слышу еще к тому же. Ну, я же пожилой Хорошо. человек все-таки, да. Так, Тенде дяд хекен му стесо, прос Исаак, гон текситайсо, и Сара эстон кайрон, тутонен то, то ретеро. Стесо, титхин и футуром, завет же мой установлю к Исааку относительно местоимения гон акузативус, которого текситай футуром, ти, кто родит тебе Сара в Кайрон, Кайрос, время акузативус, да? Время. Да, время, в момент, но, может быть, это еще, знаете, может быть, какое-то особое время года, связанное с праздниками иудейскими каким-то, я не знаю, А вот тут какое написано время это. надлежащая пора, подходящее время, благоприятный момент. Это понятно, это я знаю, что как Кайрос переводится. А здесь конкретно Эстон Кайрон, тут он. Дайте какой-нибудь, дайте, мне немецкий лежит, сейчас я открою, подождите. Это 17, какой-нибудь сайт переводит просто, ребят. Так, 17 глава, 21 стих. Интересно. Да. Genau um diese Zeit, именно в это время. Ну, то есть, может, тот же самый день, только энто энеутоту хетеро. Энеутоту хетеро. То есть,
Вот сегодня 22 сентября, да, вот 24 года, она говорит, а я рожу тебе, и кто там говорит, Сара родит тебе тоже 22 декабря, только ровно через год. Может так вот? Может это день имеется в виду, Кайрон? Не знаю, я не знаю, нужен комментарий какой-нибудь. Ну да, ладно, во время это. В год гетеро. Другой. Да, другой. Один. Видимо, через год имеется в виду. Ну, раньше люди рожали, видите, получается, в нашей линии 9 месяцев, а 12, видите? Прям как слоны. Шутка. Да. Сунетелесен де ла лон просоутон кая небе его триоса по Абраам. Опять футуру. А вот это интересное выражение, секунду. Где футуром? Нет, это не футуром. Это аорист. Смотрите, вот это сюнтелео и лалон. Лалон это от лалео причастие, говорить. А сюнтелео это, ну, заканчивать, что ли. И обратите внимание, что вот этот глагол сюнтелео можно назвать его фазовым глаголом. Ну, фазовый, в том смысле, что он либо начинает действие, либо заканчивает действие. Вот. И лалон, видимо, причастие предикативное. То есть не надо это переводить. Закончил говоря. Закончил говорить. То есть лалон, видимо, надо перевести как будто бы это инфинитив. Ну, как будто бы это глагол. Закончил же говорить. Закончил же говорить к нему, и Анабайно, аорист, вышел Бог от Авраама. Ну да, буквально поднялся вверх куда-то. Кайлабен Авраам Исмаэль то не он ауто. Кай пантастус, агагеннейс ауто, кай пантастус, аргиронетус, кай пан арсен, тон андрон, тон энто ойко. Абраам, кай переетементас, агру бюстиас, олтонен то, кай ротес, гемерас, экейнес, катха, лалесен ауто готхеос. И аурист Ламбана взял Авраам, кого Исмаила, сына его, и всех домочадцев его, и всех купленных за деньги, и всякого мужского пола, гентиус, портитиус, из мужчин в доме Авраама. И переэтамен, обрезал, это аорист, обрезал крайнюю плоть их. Плоти. Множное число крайней плоти их. Да, плюрались. Крайние плоти их, опять во время какое-то конкретное, наверное, дня того, катха. Это, смотри, что такое катха? Это было ката, наш предлог ката, и га относительно местоимения, они слились, получилось катха. В соответствии с тем, как? В соответствии с тем, как? Или просто как? Как сообразно в зависимости от. Эллалесен сказал ему Бог. Точно, да. Авраам ден эненеконта энеа этон реника периетемен ден сарка тес акрубюстия саутон. Авраам же был опять 99 лет. Реника, когда в то время как? Когда обрезал плоть, крайней плоти, крайних, а нет, это единственное число, крайней плоти его. Ну, неважно. Так. Исмаэль де го ио соуто. Этон дека трионен реника пере перед Метхе, Тен Сарка, Тес Акрубюстия Сауту. А Исмаил же, сын его, Этон, 10-13, да? Нет, Дека. 13 получается, да. Дека трион, 13, да, был, когда была обрезана плоть крайняя его. да. Ну да. Энто кайротес гемерас кейнес перед Метхе Абраам ка Исмаэль хо ио соуто. Время дня того было обрезано Авраам и Исмаил сын его.
Кай пантес го андрес ту ойкоу ту кай го эйка о полетели ойко генейс кай арьюрон этой экс алогенон этхнон периетемен утус. Теперь у вас такие звуки, словно вы рядом с аэродромом живете. Нет. Нет, тут просто какие-то грузовики подъехали. Нет, это от наушников просто такие шумы. А, они еще и шумы дают, да? Я просто да, да, да. А, ну все, все, срочно надо менять. Я поменяю, да, куплю. Угу. 500 рублей. И все, значит, мужеского пола, мужчины, дома его и домочадцы, и купленные за деньги... из Алло Ренес, да? От чужестранец, кажется. Чужеродных буквально, да? Иноплеменных, короче, да. Угу. Короче, иностранцев, наверное, да. Иноплеменных народов. Да, да, народов. Обрезал их. Обрезал. Всех обрезал, видите? Вот видите, что бывает. Иногда. Так, давайте. Ух ты. Офтре, де аутор отхеос просто друих, де мамбре, катхемену ауто, и питес тюрас, тес скенес ауто месемриас. Вот это запомните, слово офтре, оно попадается так достаточно часто. Вот именно в этой форме. Вы уже поняли, что это, нет? Это гурау, пассивный аорист, пассивный, но переводим мы его, знаете, как явился, вот обычно перевод, явился. Секунду, я запишу, если он такой частотный. Офтха, да, ну не то чтобы прям на каждом шагу, но бывает, не только в септуагенте. Угу. А еще раз, явился, ага, да, явился же ему бог у Дрюй. У дуба или у дубравы. Дрюс. Дровосек, знаете слово? Так. Друиды, да. Ну, друиды я не знаю, может быть тоже, да. Дрюс это вот дубрава, дерево, дуб просто-напросто. Вот. У дуба. Мамврийского. Оно упоминалось, по-моему, да, уже? Да, вот. Да, да, было, было. Угу. Катхэмэйну. Сейчас, это тоже было. Катхэмэй. Сидеть, да. А, это партиципиум настоящего времени. А, сидящего его у двери. А, скенес. Тут что-то тоже было. Шатер. Скиния. Угу. Сцена слово отсюда, да, я говорил. Шатра его, месембриас. А это коротенький такой генитивус темперис. Ну, когда 12.00, короче. В полдень. А, вам все здесь нравится, да? По грамматике? Ничего не заметили. Вообще, что такое вот это? Вот это что такое? Даже это другим цветом выйдет. Это что такое? Грамматически. Генитивус абсолютус? Да, где его субъект? Это ауту, да, вот он сидел, да? Угу. А вот это ауту, это он же ведь, да? Кто сидел? Нет. А кому явился бог? Аврааму. А вот это ауту, это не Авраам? Ауту, это бог. Бог сидел? Да. Хорошо, значит, вот это бог тут сначала в номинативе, а потом в генитиве? Да. Во-первых, по-моему, Бог не сидел, а, по-моему, это Авраам сидел. Скиния чья? То есть считаете, что это шатер Бога, что ли? Нет, шатер Авраама, как, по-моему. Был виден ему Бог у дуба. Ну, я пока что думаю, что все-таки Бог сидит. Ну, может, потом, если не станет, я не знаю. Ну ладно, все равно, смотрите, в любом случае Гентилус абсолютно ауту, да, это его логическое подлежащее, да? Да. И оно встречается в главном предложении, да? В любом случае.
Вас плохо слышно, вы вопрос задали? Да. А что спросили? Ну, вот это ауту встречается в главном предложении или нет? Вот хеос, если по моей версии исходить. Ну, встречается или нет? Да. Он же не должен. Вы помните теорию генетического процесса? Я помню, да, что должен быть другой актор действия, но здесь же Авраам тоже есть, он ауту. Нет, ауту, вот, ладно, неважно, вот, неважно даже, кто это, Бог или Авраам, но вот это ауту, оно встречается, либо говорит, что это Бог, а я говорю, что это Авраам, но в любом случае встречается в главном предложении, так, в другом падеже, так? Да. Ну это же нарушение, Гентилус Абсолютус. Да, нарушение. Вот я хотел на это обратить внимание. Он не должен встречаться, тут нарушение Гентилус, он неправильно построен, неграмотно. Я смотрю немецкий перевод. Абрахам, зас Гераде. In der Mittagshitze, это, видимо, хижина, ну, это самая палатка. А, нет, извините, это Mittagshitze, это Месембри, это жара полуденная. Am Eingang seines Zeltes. Абрахам сидит, это Авраам, это не Бог, как я и говорил. Но в любом случае, Авраам, у нас тут еще, здесь тут мы стираем вот эти связи. Он у нас в дативе вот здесь, это ауто. Это нарушение гентилуса абсолютуса. Можно было как написать? Можно было просто не делать гентилус абсолютус, а сделать причастие. Но они не догадались, потому что меня не было рядом. Можно было сделать причастие в дативе просто вот так вот, согласовать с ауто. А здесь ничего не писать вот так вот. Нет. Ну да, вот так написать и все. Не надо было гентилус абсолютус сделать вообще. Надо было причастие к Ньютон делать. Ну, сейчас уже не исправишь, ладно. Простим эти люди. Да, так. Действительно. Давайте второе. Она блепсас тетосов тхальмойс аутуэйден каидут рейс андрес эстеки сан и пану ауту каидон проседрам энрис. Сунантес ин ауту из апотест хюрастес кеннес ауту кай пусикюнес эн эпитен рэн. Ана блепо смотреть вверх, аурест, партиципом, да. Так, ладно, я пока не понимаю, кто на кого смотрит, но посмотрев наверх, же глазами его, Эйден увидел, и вот трое мужчин Айстекиса. Вистами? Плюс контрфекс. Ух ты. Сейчас, что? Забыла перевод. Стояли. Да. Стояли, ставить. Когда стояли перед ним и дом. Ну, перед ним и пану, по-моему, это выше него, по-моему. Сейчас смотрю. Сверху, выше, прежде, ранее, выше, шире. Да, выше. Выше него и дом. Партиципиум. Кто увидел? А кто вас так научил говорить партиципиум? Что? А кто вас так научил говорить партиципиум? Я говорю партикипиум, а не партиципиум. Я, кажется, вам рассказывала про нашего латиниста. Он меня ругал за то, что я читаю к. Я поэтому читаю ц. Он ну, все слова ц читает, да? Всегда цекает, да? Да, цекает. А я раньше кекала. Я всегда кекал. Ну ладно. Так, ну давайте. Увидев, да? Да. Увидев Прострехо. Нет. Или Трехо. Трехо в авористе. Тогда прибежал. Ну да. Эйс. Или побежал. Эйс. Сюнастасин, это Сюнантау, навстречу, это такое выражение, навстречу им. А, навстречу с ними, ну, к ним, с ними.
от двери шатра его и просыпью по... Ну, это важный глагол для христианства. Это просто, это поклонился в ноги. Проскюнео. Угу. Да-да-да, у нас было точно. Поклонился на землю. Ну, упал на землю, да, ниц. Так, ага, третий. Я, честно говоря, не понимаю, сколько тут мужчин и что они делают. Я тоже не понимаю, но... я что-то не помню эту историю, что там за три мужика появилось. А бог где? Это и есть мужики? Бог. Каэпен, кюрие, эяра, эурон харин антионсу, мэ парель тхэс тон пайтасу. Кто-то из них сказал, и сказал, господин, итак, если эвриско аорист, я нашел радость, но... Или благодарность, или да, радость, да, не знаю. Да. Сейчас там еще какое-то... Еще благосклонность, благоговение, благодать. Может, благодать? Благодать. Перед тобой. А дальше... похоже, что эти три мужика это и есть Господь. Ну, многобожий какой-то здесь. Нет, это не вопрос. Тогда императив пары. Это функция. Но это не формально, это не императив, это прохибитивус с конъюнктивом. Ну, вы такое не проходили пока. Но в смысле императива запретительного, не пройди мимо. Угу. Да не пройди же мимо ни у кого. Твоего раба. Думаете, это раба, да? То есть меня, да, который говорит? Ну, да. Так он же к Господу обращается, поэтому, конечно, раба. Ну ладно. Я просто не очень понимаю, о чем тут разговор. Ну ладно, так. Лемфтхето те юдор кай непсато сан тус пудас пьюмон кай гата псюкса те юпото дендрон. Пока дойдем до сцены с Авраамом, я уже забуду, что прочитал Киркегора. Ну ладно. Лемфтхето Ламбану, видимо, такое. Ламбану в виде императива третьего лица. Да, будет взята вода. Вода и непсатусан. Нипто, нидзо. Мыть, умывать. Там и нипзо, там есть и нидзо, и нипто одно и то же. То есть да. Пусть вымоют. Это тоже императив третьего лица. Аорист. Да. Да, множественное число. Ноги ваши и катапсюксаты. Катапсюхо. Это что-то типа освежаться, что ли? В словаре что написано? Освежаться, то есть освежаться. Так, не забывайте, что это мисембриз происходит, да? Освежаться от жары. Охлаждать, освежать, иссушать, охлаждать, унимать. Ну, охлаждаться... императивус, да. Охладитесь, освежитесь под деревом. В тени, наверное, да, имеется в виду, да. Угу. Так. Кай лэм псумай артон, кай фарестхэ, кай метатуто парелиусестхэ истэн годон юмон. Уэйнеке, эксклинате, простум пайда, юмон, каейпан. Гутос, поэсон, катхос, эрекас. Угу. Опять первый глагол намбану. Тоже, да. Я возьму... Кто там говорит? Да. Я возьму чего? Хлеб и... А, это есть, да, футуром. Будете есть. Mm-hmm. И после этого парелю. Эрхумай. Парерхумай. Футуром. Пройдете. Перейдете. Да.
в путь ваш, Ну, на дорогу вашу, не знаю. Да, относительно местоимения, значит, ну, в пути, значит, в котором Айнакин, Айнакин, Эй, нет. Нет, чего непонятно, не понимаю. Энека и просто Венека, это, ну, это то же самое, что по-латински кауза или гратия. Ради. Венека, из-за чего? А, да, из-за чего, ради эксклината. Энклино, энклино, ваурист. Энклино. Эк-клино. Отклоняться, уклоняться. Нет, наверное, там гамма должна быть, да? Эн-клино. Ладно. Это же гамма перед заднеязычным, да? То же самое значение. Эн-клино. Отклонять, наклонять, сгибать, поворачивать, обращать. Угу. Ну, пока что отклонились к рабу вашему, и они сказали так поясон. Это братья Фаориста. Так, сделай. Сделай. Как? Это Лего в перфекте. Как я сказал. Ой, как ты сказал. Не ты? Извините. Да. Ты сигм в конце не заметил. Так сделай, как ты сказал. И они сказали. Эйпен тоже не классическая форма. Так сделай, как ты сказал. Вот это я не понял, ради чего вы отклонились к рабу вашему, что-то я вообще не понял. Ничего не поняла, честно говоря, с первого стиха. Ну, и кто это, кто эти люди? Почему их трое, и они называются Богом? Ладно. Кай эспеусен Абраам апитенскенен просаран кай эйпен ауте. Наконец-то. Спеусон кай фюрасон три метра с медалью с кай поясом энгрфиас. Так. Что сделал Авраам? Спеудо. Поспешил. Аорист. Поспешил, да. Авраам в шатер к Саре, а он только что разве не был в шатре? Ну ладно. Он сидел у дверей шатра. Ладно. Поспешил в шатер к Саре и сказал ей тот же глагол. А, императив, видимо, как пояс он был, да? Тогда да. Поспеши. И опять императив. Фюрасон. Это что-то типа месить, что ли? Посмотреть фюрау. Только это редкий глагол довольно-таки. Смешивать, месить, разминать тесто, замешанное на вине и масле. Превратить в землю. Намеси. Да, намеси. Чего намеси? Намеси. Замеси, наверное. Три... Ну, метрон, в смысле... Части. Три части. Меры, да, части. Семидалиус. Семидал. Мука. Мука тончайшего помола. Ух ты. Еда. Значит, три части муки и опять императив. Сделай энкрфиас. Побудет какие-то блины. Не? Энкрфиас. Испеченный в горячей золе хлеб. Ну, хлеб, короче, спеки. Да, хлеб. Так. Кай эйстас боас эдрамен Абраам кай элабен мусхарион апалон кай калон кай элокен то пайди кай этахюнен то поеса яутон и... Босс. Это босс. Это вол. Так, значит, к бокам
Эдрамен. Ой, это было. Побежал. Прибежал. А. Это Треху, да? Угу, волость. Сильная волость. Что-то побежал Авраам и Ламбану. Взял Мусхарион. Мусхарион. Бычка, по-моему. Маленькая. Хорошо. Теленка. Теленка. А, Аполлон. Аполлос. Нежного, да, кажется. Молодого, то есть, да. Нежный, мягкий, слабый. Угу. Нежного и хорошего. Угу. Нежного и хорошего. Угу. И дал слуге. И... Красивого кого? А, да, хорошо, красивого, да, колосс, точно. Угу. Слуге и Этахюнен. Тахюну. Тахюну. Быстро делать, поспешно спешить, торопиться. Значит, ускорил, поторопил. Поесай это инфинитив ауреста, поео. Да. Может, это инфинитив финалис? Сделать его? Ну, чтобы... Да, это целевая конструкция, она образуется в том числе через генитивус субстантивированного инфинитива. И как бы поторопил, чтобы сделать это. Mm-hmm. Тупо если. То есть то это средний род здесь. Mm-hmm. Так, ага, давайте. Эрабенде бютурун, бютурун, кай галла, кай томус харион, гой поэсен, кай паретхекен аутоис, кай фагосан, аутос де престеке аутоис, юпододендрон. Взял же бютурон. Масло, животное масло, мазь. Взял же масло и... Ой, галла это молоко. Молоко и опять этого теленка, которого, действительно, местоимение сделал, и паретхаке титхими с приставкой пара. Паретхами это подавать на стол. Ого. У Гомера даже так используется паретхами, если я помню. Угу. Хорошо. Положил на стол, ну, им, да. И съели. Ага. Он же паристекей. Это гистами, парагистами, да. Ставить. Это непереходная форма. Вот. А он сам, да? Угу. А он сам, встал, что ли? И стоял возле них, наверное, аутоис. Где? Гипотодендрон. Под деревом. Ну, в смысле, рядом с ними, под деревом, да? Ну, паргистами, да. Угу. Посмотрите. Значит... Он стоял возле. Стоял возле них, вот так вот, все. Стоял, да. Возле них. Сейчас я окно закрою просто. Так, стоял в общем он под деревом. Так, девятый. У меня сегодня не летают самолеты. Видимо, выходной. Да, ну я пока не закрыла окно. Пока дышу. Эйпенде просолтон пусара еюнесу годе покрит хейс эйпен. Иду энте скине. Сказал же к нему, где Сара жена твоя. Тот, который сейчас, это Аорист, значит, тот, который ответил, сказал, да? А он, нет, а он ответил, сказал. А это не партиципил? Ну, партиципил, ну, неважно, он в ответ, ответ, ну, ответив. Но он используется в пассиве со значением таким, угу. Почти же активным. Угу. А он ответив, отвечая, ответив, сказал. Вот. В шатре, да?
А кто это ему сказал? Бог, что ли? Трое да. мужиков, да? Три в лице одного, да. Странная какая-то история, честно говоря. Ну трое, ладно. Трое под деревом, не считая Авраама. Ну, не может быть вранье здесь. Он так и было. Так, ну ладно. Эйпенде, эпенестрефон, рексо просе кататон кайрон, тутон эйс горас, кай рексе ион сара еюнесу. Сара де экусен просте хюра тес скенес уса опистхеноуту. Сказал же, то он отвечает. Эпенестрефон. Это причастие. Я понимаю, что это трефо, а вот эпана это. Это не трефо. А. Это стрефо. А. Как вы могли перепутать? Эпана стрефо. Тут, видимо, два префикса и стрефо поворачиваться, да? Эпана стрефо это, видимо, поворачиваться, возвращаться. Так. Это настоящее время. Ну да. Только оно, видите, с глаголом идет. Эпонастрефу, а гексу это будущее время. Ага. Угу. Хорошо. Ну, возвращающийся. Приду. То есть вернусь, как бы. Угу. Угу. Приду к тебе во время. Это в часы. Ну, это тоже наречное выражение из горос. Это не в часы, это вовремя, что ли. А, сейчас, ну, давайте проверим лучше, как я путаю. Да? Ну, тут нет такого. Ну, я думаю, что вовремя это надо переводить. Хорошо. И... Эксей, это Эксей, футуром будет иметь сына Сара, жена твоя. А ну да, да, это Бог. Да. Сара же услышала у двери шатра опять партиципиум. Ну, я не знаю, как переводить партиципиум. Ну, будучи, ну, то есть находясь. Вы просто будущее. Говорили, вам не нравится слово будучи. Ну, иногда, да, мне не нравится слово будучи, а так слово является и данный. Три слова, которые называются будущее, данное и является. Но, ну, находясь, хорошо, глагол быть как такой локативный, да, находясь где? Точно. Опистхэм. Ну это сзади. Сзади него. Сзади, позади, да. Сзади него. Она услышала все это, да? Да. Сара. Авраам, декай Сара, пресбютерой пробебекотес, емерон, экселюпенд Сара, гинестхайта юнакея. Пресбютерой. Старец, старейший. Значит, Авраам же и Сара старые есть или были. Про бебекотес. Бебебе. Про байну. Это б удвоение. Тогда... Это перфект. Смотрите, что это значит. Сейчас объясню. Да? Они, это суффикс означает сравнительную степень. Они более старыми прошли в годах. Чем раньше. Ну да, то есть они прошли в годах, в днях более старыми. То есть они еще больше состарились. Вот что написано здесь. Угу. Вот, все. Причем это перфект, то есть они были стали довольно-таки старыми. Пресбютеры можно понять как довольно-таки старые. Весьма старые они стали, пройдя в днях своих. То есть состарились.
глагол «эклейпо» «эклейпо», да. «Ауэр» – «сильный». «Оставлять», «дезертиру». Который Нино называет «корневым». «Корневым». Ладно, это просто сильный аорист. А, да. Эклейпо — это что-то типа, да, покидать. Не совсем понимаю. Сара. Тут как странный какой-то синтаксис. Потому что непонятно, Сара в каком падеже. Ну, видимо... Видимо, знаете, что... Видимо, тут подлежащий. Какой-то подлежащий, как вы думаете? Сейчас я лучше на... Где? Вот. Вот в этом куске. Ну, где, где? Вот, где мы читаем сейчас? После запятой, но я лучше на глагол еще посмотрю, подумаю сейчас. Угу. Так, значит, покидать, бросать. Енестха – это случаться. Та, юнайкеа. А, значит, это неутрум номинативус, наверное. Где? Та юнайкея. Ну, это понятно по артиклю, что это плюралис среднего рода. А подлежащий-то где, по вашему мнению? Ну, вот я и подумала, что та юнайкея. Я тоже так думаю, да. Что это, видимо, подлежащее. Ага. Ну, тогда женская. Ну, бросила, в смысле... Прекратилось, а вот, да, девятое значение, прекратиться. Прекратилось же у Сары женское случилось. Случилось, прекратилось. Ну, а вот инфинитив тут что делает? Инфинитив что делает? Даже не знаю. Не может быть, чтобы номинатив. А, может, аккузативус? Ком инфинитива? Может быть, а может и нет. Это очень странное предложение. Непонятно, что Сара в ком подержала, вот что самое главное. То есть, если Сара это аккузатив. Сейчас я еще. Это... Я не знаю, как это. Ну, смысл-то понятен. Смысл-то понятен. Может быть, надо с этого начать? Так случилось, Генестхай. Почему только не Гегана, а Генестхай? И... Непонятно. Вот надо так написать, непонятно. А? Что за перевод посмотрю, интересно. Ну, ясно, что случилось с Сарой, но... У нее месячные закончились. 100 лет. Ну, что-то да. Типа месячных, вот это, видимо, гинекея, я думаю. Ну да, это понятно. А, она их покинула или они ее покинули? По логике они ее покинули. А в армянском в активе. Евсаран Курцелецеш, Цинанда Берелю, Гайтуна. То есть Сара потеряла способность рожать. А, вот так вот. Тогда нормально. Сара же утратила, да? Да, да. Как да. бы способность быть относительно женской части женщиной. Тогда угу. Сара это номинатив, это. Ну, да. То есть это подлежащее, это сказуемое. Ну да, ну понятно, понятно. В общем, ну странно еще написано, можно угу. по-другому писать. Ладно. Потом перепишем как-то. Сделаем семинар специально, будем переписывать. Так, на язык Платона. Так, ну давайте. Делаем. Очень хорошая практика будет. Угу. Эхэласэн дэ сараэн эауте леуса. Упо мэн мой рэгонэн рэостунюн родекюриос мо рэсбютерус. О, это опять гелао, аорист. О, я вспомнила этот момент, только с середины, а не сначала. Рассмеялась же Сара опять себе. Не, на себе легуса. Себе не вслух, а сама себе говорящая. Ну ладно. Там дальше легуса, видите? Ну да, вижу. Легуса. Ну, говоря. Еще. А вот мэн здесь как.
перевести. Мэн. Мэн Дэ. Вот смотрите, Мэн Дэ. А, ой, все вижу, да. Не заметил. Вот, с одной стороны, еще мне быть до теперь. Ну да. До сего дня, Гэустунён, у меня у по гегонанки, это гибному в смысле рождаться. У меня не было детей до сегодня. До сегодня. Угу. До 100 лет, или сколько там, 90 или 100. Угу. Да, но с другой стороны, господин, в смысле муж, мой старик. Ну, то есть мы оба хороши в этом плане, мы не гонимся на родителей, да? Ну, вот да. Такие дела. Каей пен кюриос про сабра, ты готы гэля сенсара и науте лэгусам, ара гэ алетхос тексумай. Эго де Герака. Угу. И сказал Господь Аврааму, а, наверное, почему, да? Почему нет? Где-то я видел вот, именно вот, в Новом Завете или в Ветхом Завете это Тиготе. Странно, на Тиготе. Ну, да, почему, да, почему засмеялась? Да. Почему рассмеялась Сара в себе, говоря... Итак, вот истина футуру рожу. Или ара здесь. Разве я в самом деле рожу? Да, якобы, да. Угу. Я же рерака. Это глагол состарилась. Да, я состарился в перфекте, отгорал. Ме дюнатей парадот хео рема. Эйстон кайрон тутон анастрепсо просейс хорас. Каестай де сара юйос. Так. Вопрос. Вопрос. Не адюнатео, наверное, не может, да, не может у Бога слово время. А мы его перевели? Ну, я думаю, это вопрос, поэтому вопросительная интонация. Сейчас. Или это не вопрос? Вопрос. Ну, тогда не может ли у Бога слово? Ну, ослабевать, да. Угу. Тогда, ладно. Не теряет ли силы у Бога слово? Так. Адюнатей это сингулярис. Правильно? Или нет? Ну да, видимо, ожидается отрицательный ответ. Угу. Разве невозможно это слово у Бога? Угу. Какое слово, только я не понимаю. То, что ты родишь, да, в сто раз? Да. Да. Ну, в смысле, наверное, издеваешься, что ли? Время – это футурум. Возвращусь. Забыла на стрефу. Да. Я лучше проверю. На стрефу. Да. Возвращусь к тебе в... Опять вовремя. И футурум будет у Сарсы. Угу. Эрнеса то де Сара Легуса. Уке Геласа. Ифу Пет Хегар Гаебен Ухи Алла Эгеласас. Это орест глагола Арнеумай. Отрицать, отказываться, отклонять. Угу. Аорест. Отказалась же Сара, говоря, не смеялась. Аорест. Устрашилась ведь. Угу.
не смеялась, устрашилась ведь, и сказал, нет, смеялась, но смеялась. Да. Знаете, как дворецкий переводит Эйсгорос, я проверил. Либо вовремя, либо в определенное время. В свое время. В свое время. Вот в свое время я приду. Угу. Да. Я ведь испугалась. Такая эпина ухиала агелосос. Это муж отвечает, да? Наверное. Так и что? Так я уже перевела. Еще раз повторюсь. Хорошо. Не смеялась, устрашилась ведь и сказал нет, но рассмеялась. Да, ну значит, а Сара отреклась, да. Говоря, я не рассмеялась, угу. потому что она испугалась. Угу. Третье лицо. И Авраам сказал, нет, ты засмеялась. Так, 16. Εξαναστάντες δε κέιτχεν γοι άντρες κατέβλεψαν επί πρόσωπον Σοδομών και Γομόρας. Αβραάμ δε συνοπωρέω ετώ με το αυτόν συμπροπέμπον αυτούς. Аурист. Не понимаю, к сожалению, какого глагола. Эксанистами. Они? Эксангистами. Ангистами. Все нашло, да. Заставлять вставать, поднимать, изгонять, свергать, разорять. Хорошо, пока что... Партиципиум. Вставшие же оттуда, опять эти мужчины, вставшие же оттуда мужчины, когда Блеппо посмотрели в аористе на лицо Содома и Гоморры, Авраам же Сюне Реотон Сюн. Порео. Всем порео май? Да. Всем порео. Вместе совершать путь сопровождать. Тогда Авраам же шел с ними, сопровождая их. Ну, вообще непонятно, что происходит. Содом и Гоморра вдруг появился. Ну ладно. Давай, а так, дальше. Отсылка к просту. Годы кюриос эйпен. Мэ крюпсо. Εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α, εγώ ποιο. Господь же сказал, не крюпсо, крюпто футуром, не скрою я от Авраама раба моего, а относительно местоимения акузативус, которое я делаю. То, что я делаю. Да. То, что я делаю. А, это вопрос еще был. Не скрою или не скрою? Угу. Угу. Авраам, да... Γενόμενος εστάγες έτχνος μέγα καί πουλού καί ενεολογέτ χέσοντα ενώτο πάντα τα έτχνε τες γες. Αβραάμ ζε γενόμενος participium futurum и по всей видимости эстай сделан будет в народ великий и рожден будет. А рожден, да. Рожден будет в народ великий и полю, многочисленный, mm-hmm. и энеологео, наверное, аорист. Mm-hmm. Нет, не аорист, это футурум пассивный. Точно, да. Будут благословлены в нем все народы земли. Да. Ну, это понятно. А вот что за три мужика потом... Посмотрели на лицо двух городов, это очень понятно. Так, 19. Эдейн гарготы сумтаксей тос юйос ауто кайто ойкой ойко ауто метаутон кай филаксус интас хордус кюрио поейн дикаю сюнен кай присин.
Hopus epagare curios et pia brampanta vosai lalesen pro soto. Это ойда в плюсовом перфекте. Ух ты. Знал? Ведь. Ведь знал. Знал ведь, что синтаксой тут похоже на футурум синтасо повелевать. Или нет? Нет. Какой еще синтасо, да? Да. Синтасо налаживать, устраивать, сочинять, подготавливать. Ну, прошу, пока что пусть организует сыновьям его и дому его после него и фюляксусин, фюласу. Я не понял эту фразу. Эдэйн, хоть синтакс, вообще не понял. Какую фразу? Там, ну, вот эту, которую вы читаете. Ну, еще значение посмотрю. Налаживать, измышлять, строить. Наряжать. А, предписывать, обязывать. Может. Или нет. Не знаю. Ну, видимо, он будет хорошим начальником сыновьям его, да? И дому его, ну, после него. Я это знаю заранее. Я это знал ведь. Хорошо. И филасо футуру. Сторожить и будут сторожить пути Господа поейн инфинитив. Верно, тоже непонятно написано. Видимо, финалис, вот, чтобы делать. Да, да, вот только хотела сказать. Тогда, чтобы сделать правду и суд. Да. Гопус. Ага. Как если бы? Блин. Эпагаге. Эпагу наводить. Эпагага. Сейчас еще значение посмотрим. Эпагу, правильно же? Ну да, видимо. Приводить. А, наводить еще. Ну вот гопос ан, это как если бы Господь. Нет, не, наверное, чтобы. А может, я не знаю. Ну хорошо. Футуру, ну, по-моему, это. Чтобы Господь, ну, как бы сделал, что ли, просто, да? Ой, странный текст очень, да. Надо завязывать. Надо переходить на Марка Аврелия. Ну, скоро перейдем. Так. Ну, я не знаю, даже поговорили. На Авраама все госа на сколько-сколько. Столько сказал к нему. Насколько сказал к нему? Госа. Ну да, настолько, насколько. Значит, можно еще раз все полностью? А то я не совсем поняла. Знал ведь, что синтаксой... Я уже забыла, привела синтасу. Синтасу... Ну, хорошо, допустим, устроит сыновьям его и дома его после него и сохранят, ну, то есть они пути Господа, допустим, здесь инфинитивус финалис, чтобы сделать правду и суд. И вот гопоз ан. Это конъюнктив асан, видимо, такой. Видимо, это футуром. Чтобы Господь что-то, ну, исполнил, видимо, Аврааму все, что он сказал ему. Что пообещал ему. Ну ладно. Давайте еще одно. Действительно. Эйпен де кюриос. Грауге судомонка его морас.
Пеплетхунтай, кайгай, гамартия, яутон, мегалай, сфодра. Сказал же Господь. Так. Крик. Королей, это крик должен. Я почему-то думала, это какой-то императив. Крик-то. Тогда крик Содома и Гоморры. Плетхюно. А не понимаю, это какое время? Прошлое? Поплютхю. Плетхюнтай. Сейчас. Секунду. Да? Круглый крик, видите? Да. Плетхо. Это плетхо. Видимо, это перфект. Угу. Хорошо. Тогда... Почему во множественном числе? Ужас какой, текст странный. Сказал Бог, вопли, наверное, крики Содома и Гоморра, они увеличились. Они... И грехи их большие очень. Почему вот здесь плюралис, непонятно вообще. Ну ладно, еще давайте еще одну последнюю. Катабас ум обсумай и кататен креоген аутон. Тен эрхоменен просме псюнтелумтай эйдеме рина гно. Катабас, карабас, катабас, катабайно, аорист партиципиум или это персона секунда, секунда? Нет, это перчастие, как партикипиум, спустившись. Итак, сошедший обсумай. Я увижу. Тогда сошедшего я увижу. Нет, я сойдя увижу. А, я сойдя увижу. Ли. Это как где глагол? Эрхоменен. Угу. Тогда приходя. Так, тому, который приходит. Вот. Я не понимаю, если ли. Ладно, пока что если по крику их тому, который приходит ко мне Сюнтелео, свершаются или же нет, чтобы я узнал. Я ничего не поняла, или я очень плохо перевожу. Сюнтелон. Что значит Сюнтелео здесь? Еще значение посмотрим. Ну вот я перевела совершать, да. Значит, и вот спустившись, я увижу. Эйк Сентелунты, то есть совершается ли в соответствии с криком их, приходящим ко мне. Или не совершается, чтобы я понимал. Ну, допустим. Ладно. В общем, очень странная фраза, да. Тут они все какие-то пошли странные. Вначале лучше было, да? Там, где про яблоко, Адам и Еву. Да. Все было понятно. Да.